В 2016 году в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на Находкинской таможне возбуждено 13 уголовных дел по фактам контрабанды сильнодействующих веществ и наркотических средств. Последний случай пресечения незаконного перемещения наркотических средств через таможенную границу Таможенного союза произошел в конце ноября. На убывающем Хатаморскую экспедицию в российском судне в каюте члена экипажа обнаружены и изъяты шприц с веществом зеленого цвета и бумажный сверток с веществом коричневого цвета. Хозяин находок сообщил, что взял в рейс масло каннабиса для личного потребления, зная о запрете перемещения данного вещества через границу. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является маслом каннабиса, гашишным маслом, общая масса которого составила около 13 грамм. В соответствии с российским законодательством, масло каннабиса включено в список наркотических средств, оборот которого в Российской Федерации запрещен. Крупным размером для масла каннабиса является масса, превышающая 5 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 229 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на контрабанду наркотических средств в крупном размере. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.